Фестиваль винограда и вина прошел в древней столице Азербайджана. Шамахи, сотни участников представили гостям свою лучшую продукцию. Ассортимент изучила Нигер Золина. Город Шамаха, воспетый Пушкиным, славится не только своей знаменитой царицей, но и виноградниками. Здесь встречают гостей вином, музыкой и весельем. На фестивале обещают новые вкусы и незабываемые впечатления. Хитом фестиваля стали гранатовые вина. Азербайджан – одна из немногих стран, производящих этот уникальный напиток. Гранатовое вино отличается от других тем, что производители, тем, что у нас самое лучшее, полезное, уникальное вино. Потому что мы делаем лучший сок гранатовый в мире, который мы экспортируем в 52 стран мира. Вот Америки. Винный дом «Азнар» – один из старейших производителей в Азербайджане и является лидером в стране. Для производства вина используют только местные фрукты. У нас где-то 7 видов разных марок, водки, 12 видов вин. Еще я хочу вас познакомить с аперитивом, который мы делаем из айвы. Шахтали и гранат тоже. Это уникальный продукт, пользуется большим спросом. В азербайджанской алкогольной продукции большой путь. Ну, чтобы его проделать, надо работать 24 часа в 7. Что мы делаем? Некоторые предприятия решили возродить старинные рецепты алкогольных напитков. Им пришлось объехать весь Азербайджан в поисках забытых технологий. В результате восстановили традиционное производство фруктовых дистиллятов, особенно из тута. Его считают одним из лучших для приготовления. В тутовых листьях и в тутовых плодах находится такой компонент, олигопептид, который называется нажеремицин. И вот этот нажеремицин как раз-таки, он может резко снижать уровень сахара в крови. Совместное производство России и Азербайджана возродило традиционный портвейн «Ахдам», популярный еще с советских времен. Теперь попробовать можно не только классический белый вариант, но и красный. В советское время это была смесь разных спиртных напитков. Мы же улучшили и восстановили оригинальную рецептуру. Женщины больше предпочитают красный портвейн из-за цвета. Он больше похож на вино. На фестивале можно попробовать не только вино, но и традиционные блюда. Меню – плов, кебаб и пити. Национальный суп из баранины, который готовится в глиняной посуде на углях. Многие гости захватили еду с собой и организовали импровизированные пикники под открытым небом, добавив фестивалю непринужденности и домашнего уюта. Впервые решили посетить этот фестиваль и пожалели, что в прошлом году не приехали. С подругами взяли закуски к вину и вот сидим, отдыхаем, наслаждаемся отдыхом. Музыка, атмосфера расслабляет. Фестиваль завершился живой музыкой и вечерним кинопоказом, став ярким финальным аккордом мероприятия. Нигер Золина, Хикмет Гуламов, Мурат Гусейнов, Мубариз Гаджилы, Мир 24.